Польша обратилась к Чехии с просьбой не допустить так званый абортный туризм. В Чехии хотят упростить процедуру абортов для иностранок. Власти опасаются, что из-за этого вырастет количество поляк, которые захотят воспользоваться услугами по прерыванию беременности в соседней стране. Республика Польша просит соседей не упрощать процедуру абортов. В марте уровень безработицы в Польше был на самом низком уровне в Европейском Союзе. На втором месте находится Чешская Республика, а на третьем – Нидерланды. Несмотря на пандемию, польская экономика показывает неплохую устойчивость на рынке труда. В воскресенье верующие в Восточной Церкви начали празднование Пасхи. Для православных и греко-католиков пасхальные праздники выпали в этом году через 4 недели после католических торжеств. Разница в сроках празднования связана с использованием юлианского, а не григорианского календаря, а также немного другого способа определения даты этих праздников. Поздравление по случаю Пасхи сделано на украинском языке мэр Вроцлава Яцек Сутрик. Шановні православні та греко-католицькі мешканці Вроцлава, починаєте Великдень, який і у тому році будете святкувати у пандемічний час. Ale це свято радості та надії. Я від щирого серця бажаю здорових та родинних свят. Я радий, що ви у Вроцлаві, що є частиною нашого міста і творите його разом з нами. Всього вам доброго, добрих свят!